А мы движемся дальше, друзья. Четвертый поединок вечера. Нургазулу Кайрат против Мамадалиева Шахзота. Бой весовой категории до 66 килограмм. Сейчас качающий голову в такт бита Кайрат Мусаев объявит бойцов. Вот узбекский спортсмен только-только подошел к октагону. На ваших экранах Кайрат Нургазулу. Отправляется он в синий угол. Молодые бойцы. Бойцы по углам. Так, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 176 сантиметров. Чемпион Кыргызской республики по ММА и волейболу. Победитель WF Selection 14. Победитель WF Pro Fight 19. Команда Токтобу. Тренер Сабадахунов Хасан. Уроженец города Токтобу. Ему 22 года, встречаем Нургазулу Кайрат! И его соперник, весовой категории 66 килограмм, роста 73 сантиметра. Команда «Мангус», тренер Тугизбаев Мансур. Ему 18 лет, команда «Узбекистан». На «Мангам» встречаем Мамадалиев Шахзот! Встречайте бить затылок, позвоночник, оба из паха. За шортку, за сетку не хватает. Покажите хорошо. Удачи. Ну вот, собственно, основные запреты сейчас напомнил рефери. В затылок, позвоночник и в область паха бить нельзя. А, да, закрывается клетка и начинается первый раунд противостояния Нургазулу Кайрата и Шахзота Мамадалиева. Шахзот очень молодой боец, ему всего 18 лет, и в этом смысле, наверное, психологически все-таки проседать будет. Но нельзя сказать наверняка. Нургазулу 22 года, чемпион Кыргызской республики по ММА. Сам парень уроженец Токтогула. Да, требует активности, уже более полуминуты прошло. И как-то нужно раздумывать уже об атаке. Мы видим, что Шахзот старается сейчас работать на упреждение, выжидает атаку оппонента. Ну а Кайрат уверен в себе. Хотя первый выход именно от узбекского спортсмена. Но не удается ему уронить оппонента. Вторая попытка здесь подсечку сделать, раз ты ногу берешь, но не получается. И что дальше? Прижались к углу октагона. И пошла борьба. Неплохо поймал. Хороший тейкдаун. Но голову-то свою отдал Мамадалиев оппоненту. Очень неплохо держит в удушении. Да, просто шикарно. Продолжает душить. Но все же вырывается Мамадалиев, похоже. Нет, сдается. Сдается. Докрутил его оппонент. И поздравляем Нургазулу Кайрата с очередной победой. Вот, мы видим ту самую ситуацию. Хороший тейкдаун, но все же Нургазулу. За 2 минуты 56 секунд. Удушающим приемом победа держала. Нургазулу Кайрат!
выходит поздравлять Руслан Кудрмышев, президент Федерации World MTMH. Памятные дипломы и медали этим парням. Собственно, и Мамадалиев Шахзод свой диплом и свою медаль за участие в этом турнире получает. Ну и, конечно же, памятная фотография. Да, отлично разобрался. И что ж, 4 боя в этом выпуске состоялись. И по итогам счет становится 2-2. Мы видим, что у Нургазулы небольшая травма. Прихрамывая, выходит он из октагона. Но будем надеяться, травма не самая серьезная. Да, вот в окружении уже своих друзей. И даже позабыл об этом. Хотя, я думаю, нога все же беспокоит. Что ж, ждем продолжения. Дальше еще один поединок весовой категории до 66 килограмм.